Всем-всем здравствуйте, всем здравствуйте. Сегодня хотим вам прочитать имена из Дониной родословной. То есть, какие же у нее были мама и папа, как звали. Доня у нас правильно идет. Дона Фест Леди. Да, вот так вот. Ну, конечно, Донечка и Донечка сейчас это цель. Ой, милочка, чуть ли я на тебя не села. Чтобы удобнее было читать. А, ты тоже хочешь почитать? Да? О, нельзя кусики делать. Да. Милуся, это дорогая бумажка. Мы за нее 3000 заплатили, за эту бумазеечку. Сейчас все документы на собак очень-очень дорого. Милуська мне тут не дает. Говорит, мать, что ты, дай мне лучше бумажку. Я ее сгрызу. Будет здорово. Так, папа у нас шик. Уно Шангрили. Мама манийский дворик Аринушка. Вот так и мама, и папа. Дальше пойдем. Где, а, Донечка вообще ушла. Дальше пойдем по бабушкам и дедушкам пройдемся. Первый дедушка по папиной линии. Так, упс, White Royal Tokay из Окского бора. Представляете, это вот надо же такие имена. Ну, бабушка просто усла до очей. Дальше, по маминой линии. Донечка, твою родословную читаем. Так, in love again из дома Максимовых. Бабушка. Золото Альп Элмери. Ну, а дальше пошли про бабушки и про дедушки. Сначала пойдем по папиной линии. Донечка. Читаю, просто не через телефон удобнее читать, поэтому телефон наставлю на Донечку, прочитаю так. Первый прадедушка. Ферридж Лайт Пинк Айс для Гейм Тайм. Мне кажется, тут собрали все слова, которые можно были. То есть Гейм Тайм, я то есть знаю, что это там что-то игра переводится. Прабабушка. Шалунья Солли из Окского бора. Вот они вот, то есть эти вот. Имена, чтобы вы не думали, что я сама это придумываю. Дальше про дедушка по папиной линии. Джекпот из малахитовой шкатулки. Прабабушка. Шелла Жужу с градского прииска. И теперь по маминой линии. Сначала прадедулька. Роял Помс Хэппи Стар Аленси. Прабабулька. Аленси Тайси Гейл для дома Максимовых. Еще один прадедушка. Алми Юрнис Милднайт Стар. И прабабушка такая вот скромненькая. Просто Ассоль. Представляете, вот какие имена идут по родословной. Иногда даже не выговоришь и не запомнишь. Помню, у нас был пекинес у моих родителей. Я прям его имя очень сильно запоминала по родословной. Он был Максимилиан Эксмагуай Арлангур. Но тут некоторые имена даже переплюнули. Ну, а мы желаем вам хорошего настроения, замечательного дня и всего самого-самого лучшего.